Конструкция крыши обвалилась 28 числа в 4 часа утра. А когда не стало колокольни? В 52-м или 53-м году ее сломали. Колхоз ее срезал, свалил. А зачем? Семинарий хотели строить, ну как ничего не построили. Ну как всегда у нас как-то бывает. Она как-то не мешала? У нас же атеизм был, вы что? Это сам купол. Звезды у нас. Загородится. Живое прям. Это то еще, дореволюционное. Храм строил мой прадед, Иван Филиппович Небальсин. Общество доверило ему. Вот. В 1866-м начато строение, закончено в 1868-м. А какая его роль? Он физически его строил или финансировал? Нет, он финансировал. Конструкция храма сама это рублена в лапу. Средняя часть в прямую лапу. Алтарная часть в косую лапу. Что это старый прием мастеров. Правда ли, что она без гвоздей? Да. Обшивка только с гвоздями. Ее закрыли в 32-м. Все. Амбар. Не было амбара? Здесь кинотеатр был. Кинотеатр? А после войны уже стоял закрыто. Ну и после колхоз в 50-60-е годы стал использовать ее зернохранилище. Стояла открытая, вот. Но была целая, с крышами. Ну, местные тут некоторые подпиливали дрова, себе носили. Сказали спонсоров, но у нас их всегда отбивали. Ну, вот к такому знаменателю мы пришли. Хотя здание храма принадлежит Воронежской епархии с 2000 года. О этом есть документ. И за 22 года епархия ничего здесь так и не сделала. А вот когда построил новый храм, надобность старым отпала. Зачем восстанавливать, если есть? Зачем деньги вкладывать? Вот такая позиция.